say my goodbye with a low dead gun. Ребята, я знаю то, что вы любите крутые сериалы по Майнкрафту, и мой олд подписчик попросил заценить его творчество. На его канале Майнкрафт с интереснейшими приключениями, глобальным сюжетом, не хуже Игры Престолов, ежедневными стримами и живым общением. А одному из тех, кто подпишется на его канал и напишет в комментариях «Привет от Настян», под роликом я выдам модера канала, ссылочка будет в описании. Слушай, а у тебя парень есть? Нет, а что? Ну просто. Слушай, Спенсер, давай не сейчас. Я думаю, сейчас нам нужно решать, как искать детей, а не о парнях. Ну да. Это она! Вон сиди! Ну что, Нэнси Купер, ты двигалась, девочка? Добро пожаловать! Ну, рассказывайте, почему у вас не было на уроках 2 дня? Я приболел. Я тоже. И мы. Да? А почему же вы не сообщили Эмиль Купер в вашей классной такую информацию? А мы звонили ей, она не брала трубку. А она мне другое сказала, наоборот. Она вам звонила, а вы не брали телефон. Мы так больше не будем. Да, простите. Хорошо, нас. Хорошо, но еще один прогул, и я звоню родителям. Кстати, а вы не знаете, где Эйзи Эванс? Нет. Вы разве не его друзья? У него вообще нет друзей. Ну, в смысле, в классе нету. Что ж, жаль. Если увидите его, передайте, чтобы очень срочно зашел ко мне. Мы совсем забыли про него. Пошлите проверим, жив ли он. Нам больше нельзя прогуливать. Вы слышали его? Да, давайте отсидим все уроки. Сегодня 7 уроков, а у нас столько нерешенных дел. Может, нам в полицию обратиться? С ума сошел? Да, согласен, бред. Здравствуй, Нэнси, ну куда же ты пропала? Я не больна. Тихо, тихо, я знаю. Отпустите меня, я выздоровела. Это нужно проверить. Позвоните моей сестре. Ты же помнишь, детка, она сама тебя сюда привела. Жаловалась на твое больное самочувствие, на твои странные воображения. Ты же видишь своих погибших родителей, так? Изи, ты слаб. Да, но я исправлюсь. Ладно, пошли на охоту, я научу тебя убивать. Начнем с животных. И не дай мне в тебе разочароваться, или придется мне порешать тебя. Давай порешаем их всех. Они еще дети. Отпустите моих родителей. Давай. Не плачь, Бет. Может, ты? Трус. Бет, закрой глаза. Может, теперь объяснишь, что с Нэнси? Это сложно. Она в безопасности? Не совсем. Мало того, что вы опоздали, так еще и болтаете. Встать! Простите, мы больше так не будем. Эмили Купер, мне нужно с вами поговорить. Говори. Наедине. После урока. Нэнси в беде. Что? Пошли быстро. Сидели в кафе, и ее забрали врачи. Врачи? Она больна? Это были врачи из психбольницы. Нет, нет. Вам нужна какая-то помощь? Да, скажи, что уроки отменяются. Хорошо. Уроков не будет. Спенсер, ты лучший. Как ты это сделал? Приятного аппетита! Спасибо. Ну как, спалось? Великолепно. Тебе тут нравится, да? Нет, отпустите меня, ну пожалуйста.
Я же сказала, что у меня больше нет видений. Они умерли, умерли. Тише, тише, все наладится. Дайте мне оружие! Они здесь, вервульфы! Вервульфы! А это еще кто? Этот? А, этот наш вервульфы! Старый пациент! Вервульфы! Они здесь! Когда мы его нашли, он был весь в крови, и все, что он говорил, это вервульфы! Дайте мне оружие! Кто они это? Здесь, непонятно. Вервульфы! Я так и знал! Сбежал. Я думаю, Адам помог ему. Эти кровососы добьют детей, если не сделали этого еще. Нам нужно найти ту банду вампиров, без Кольта мы не сможем противостоять. Ты прав. Предлагаю вернуться в тот дом и поискать зацепки. Брат, ты хочу с тобой. Я нужен вам. Нет, кофе. Ну, пожалуйста, это мои друзья. Я уже чувствую себя хорошо. Джон, давай пусть он поможет нам. Ладно, но ты будешь держаться со мной. Убегать даже не смей. В этой серии привет от меня получает Варвара Чепур, Георгий 42, Елизар Жульев, Кай и Мария Шмакова. Спасибо вам, ребята, за оформление спонсорской подписки. Оформить ее можешь и ты всего лишь за 25 рублей по второй ссылочке в описании. Мы должны отомстить им. Да, за наших друзей. Но Кольт мы оставим здесь, а сами возьмем пистолеты. Я с тобой полностью согласен. Смотрите, там свет. Нападем? Подождите, давайте заглянем в окна. Там никого. Я тоже никого не вижу. Где Спенсер? Внучки, вы к кому? Ребята, спасибо вам за такую огромнейшую активность в этом сериале. Я безумно счастлива. И я решила сделать второй сезон «Сумерек». То есть скоро первый сезон закончится. У нас будет трейлер второго сезона. Мы выпустим клип на песню «Ган» из заставки «Сумерек». И сейчас вопрос к вам. Я не хочу просто называть «Сумерки 2», я хочу именно какое-то слово. Например, как было в оригинальном фильме «Сумерки», там «Сумерки сага», «Сумерки рассвет», «Сумерки затмение». То есть нужно какое-то второе слово. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши идеи, только слово должно быть не очень большое, чтобы оно помещалось на превью. Также не забывайте поставить лайк, ведь, ребята, чем быстрее вы наберете 10 тысяч лайков, тем скорее выйдет уже следующая серия. Спасибо вам огромное за отзывчивость. Всем удачки. Жду вас в комментариях. Вульфара. Давайте все позовем Вульфару. Вульфара. Ну, дурацкая Вульфара. Подпишитесь на канал Веселов. Подпишитесь на канал Дугин. Это были врачи из психбольницы. Да кто это делает? Земля вам пухом. Место всем! Ну, ребят, у меня звуки в Майнкрафте включены. Пожалуйста, ничего не делайте.